скоро днюха. Да. Скоро днюха, 14-го. Все, успокойся. Кстати, ребят, сейчас магазин у нас закрыт, не работает. Маргошу еще не видела, она в школе там где-то. А как вы так разминаетесь? Всем привет, ребят. Каролина, ты что делаешь? Вот так, греть и вот так. Сегодня дождик был. Холодно? Нет. Не холодно? Ну, Маргарита, как всегда, постель не заправила. Вот Ксюша, Маргарита. Ксюша, Маргарита. Маргарита встает за 10 минут до выхода в школу, и вот так вот получается. Кушать будем? А? Да. Кушать пойдем? Нам сегодня на танцы, Каролина, ты помнишь? Да. Да? Две недельки отдохнули, теперь на танцы. Да, пойдемте кушать сейчас. Ксюша, он без настроения, я вижу, да? Нет настроения. Сегодня такая злая в школу пошла. Прям аж я слышала, так еще на балкон я вышла, и ты прям так топаешь. Так, 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 такая злая, как будто маршируешь. Ты что такая? Так сильно не хотела в школу идти. Бедный ребенок. Замучили школой. Спать не дают. Ну все, два денечка отдыхать. Завтра можете хорошо долго спать. В воскресенье можете спать. Да? Скоро днюха. А, скоро днюха, 14 мая. Через 4 дня. О, точно, нет, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, да, через 4 дня. Как быстро время прошло. Привет. Я не слышала, там вообще ничего не слышно без звука. Да. Это я и сказала, что вот этот всегда приходит, вот этот человек всегда приходит со школы веселый. Ей все равно, школа, не школа. Все, 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 закатилось, иди. Все, успокойся. Маргарита, дыши, дыши, дыши. Дыши глубже. Вдыхай носом, выдыхай ртом. Зачем тебе кастрюля? Я буду готовить. Так готовят-то на кухне, а не на кровати у меня. Мама, смотри. А ты собираешься орать в кастрюлю? Да. Нет. Ну, конечно, нет. А кто тебя тут кричать будет? А ты как это? Что за прикол? Ну, там на стороне кричит, конечно. А потом... Он не сзади него, он чуть-чуть дальше из комнаты вышел и кричит, чтобы далеко казалось. Чтобы казалось, что этот прямо издалека звук. А вы верили в это? Нет. А он там дырочка, вон через дырочку-то выходит. Щели-то закрывай все хоть. А, давай я крикну. А! Похоже? Похоже? А! Б! В, Г. Все, пойдемте кушать в школу. Давайте быстро. Папулюта. Папулюта. Все, пошли. Маргарит, ключи, ключи, как всегда, я оставлю. Сегодня Макс, утром так смеялся во сне. Я сегодня в школе протопала. Че?
Я каждую минуту смеялась, я только почула. А что? На уроках прям? Да. У тебя не ругалась? Нет, это на самом со мной. У нас учительница. А тебе куртка, смотри, надо зашить. Да. У нас учительница молодая, она с нами. А ты смеешься, и она от твоего смеха смеется. Ну, это хорошо, что с вами смеются. Поддерживают ваши шутки. Ну ладно, давайте. Одеваемся, быстрее. Да. Ты уже приготовила одежду? Да. Сначала вот этот бодик одевай. Да. Давай, одевайся. Сейчас все девочки придут. Пойдете танцевать. Сестричка твоя еще не пришла? Нет. Нет. Пришли наши подружки. Сестричка. Марго. Да? Что? Бен? Новая серия? Я забыла, что сегодня новая серия вышла. Приятного просмотра. Спасибо. Потом расскажешь. Ладно, смотри. Блин, я опять не выиграла. Я неправильно написала. Я написала 4, а там только 3. Ну смотри внимательно. Смотри в этой серии теперь правильный ответ. Смотри, посмотри серию, потом они же в конце говорят, да, что надо найти. Ну вот смотри серию, потом когда посмотришь, они зададут вопрос, там сколько там появлялось что-то, и потом опять будешь смотреть. Внимательно смотри. Я надеюсь, они как-то вытащат Арти из этой. Ну вот смотри новую серию, потом расскажешь. А ты только все не рассказывай, то ребятам неинтересно будет, если ребята тоже смотрят. Ты сейчас все расскажешь, потом им неинтересно будет смотреть. Ты во что играешь? В Роблокс. В Роблокс? В Роблокс. Ой, убавь звук. Я такая длинная, просто. А кто эта девочка маленькая? Это ее сестра. Маленькая сестра ее? Спасать Арти. Представь, ему промыли мозги в секте, и все, теперь он на всю жизнь останется овощем. Мозг не знаю. Она его спасти хочет. Да. Ладно, давай. Я надеюсь, его спасут в этой серии или в следующей. Посмотрим. Ну, давай посмотрим. Что, досмотрела? Нет. Нет? Не досмотрела еще? Нет. Все. Теперь еще надо ждать. Теперь опять надо ждать неделю. Ну так всегда, на самом интересном моменте, чтобы потом ждали следующей серии. Ну что, задание получила? Да. Какое? Надо это считать, сколько раз появилось на руке это часы и у кого. Но я не знаю все имена. Смотри. Да, ребята бы написали, если бы комментарии были открыты. Комментарии закрыты. Даже просто пообщаться. Поставьте лайк, если вам нравится один персонаж. Да, из этой серии. Поставьте лайк, если вы смотрите эти сериалы. Этот сериал. И... Там открытый комментарий. Да, там открытый комментарий. Кликайте в описании, мы оставим ссылочку на новую серию. Заходите, переходите туда и пишите, значит, я от сестричек. Так Маргарита просто поймет, что вы от нее, и она будет читать ваши комментарии. Да. Пишите я от сестричек и пишите, кто вам больше нравится из этого сериала. И тогда Маргарита будет знать, кто вам больше нравится, потому что комментарии у нас закрыты, и она не может никак посмотреть. И в общем, ей очень интересно, смотрите ли вы этот сериал, и кто вам больше там нравится, да? Так что, ребят, переходите, Маргарита зайдет и посмотрит, и почитает. И вам обязательно поставит лайк на ваш комментарий, да. А также, ребят, пишите в комментариях, у них под комментариях, какой правильный ответ, если вы почитали? Что ты будешь играть? В слаймики? Да. И да, ребят, мы не играем со слаймами, которые мы делаем для магазина, так что вы не думайте, что если девчонки играют со слаймами, то это слаймы не для магазина. Да, эти слаймики вон оттуда. Вот здесь вот у нас все слаймы для игр, в которые они могут играть, все такое вот. А вот здесь вот слаймики у нас для магазина.
Вот эти вот, в этих вот слайме никто не трогает, они здесь стоят. Вот, а вот в эти они играют. Это уже их личные слаймы. На. Поэтому, если вы видите в каком-то из видео, что они играют со слаймами, они играют со своими слаймиками, которые они делают для себя, а не для магазина. Ого! Угу. Кстати, ребят, сейчас магазин у нас закрыт, не работает. Ой, потому что нам нужно искать новый хостинг. Я даже не знаю, как вам объяснить. В общем, наш сайт. Мы сотрудничаем с другой компанией, та, которая нам дает гигабайты для нашего сайта, чтобы его посещали вы. Каждый раз, как вы заходите на сайт, то используются гигабайты. Поэтому нам нужно очень много. И сколько у нас было раньше, до этого, это очень мало для такого большого количества посетителей. Круто, да? Поэтому сейчас мы ищем новый хостинг, новую платформу, так сказать, для нашего сайта, у которых есть большое количество гигабайтов, которые нам могут предоставить. Поэтому прикольный, да, красивый? Пахнет круто. Поэтому подождите немножечко, и скоро, ну, на следующей неделе он откроется. Мы уже нашли одну компанию. Сейчас нужно с ними переговорить, решить вот это вот все, чтобы нам хватало гигабайтов, чтобы не зависало, чтобы не пропадало, как вот обычно. Кто-то может зайти, кто-то не может зайти. Нам писали в комментариях, что у кого-то не получается. Даже у нас сейчас не получается. Мы лично сами не можем зайти в наш магазин, потому что все заблокировано. Поэтому мы сами не можем даже зайти. И чтобы больше такого не повторялось, чтобы все заходили без проблем, нам нужно найти новый хостинг. С большой памятью для нас. Это хостинг? Ну, это, в общем, это такая платформа, да. Нет, у нас сайт также останется, наш сайт. Просто наш сайт, он находится на одной определенной платформе, и вот как он хостинг и называется. Точно я не знаю, как вот по-русски, может быть, везде так называется. Да. И, в общем, они нам дают гигабайты. Каждый раз, как ты заходишься на сайт, используются гигабайты. У нас очень много посетителей, тем более в прошлый раз там за 2 недели около 1 миллиона посетителей. Это очень много. И все гигабайты мы истратили буквально за 2 недели. А нам нужно хотя бы в месяц, чтобы мы же платим за каждый месяц. Вот. А нам не хватает даже 1000 гигабайтов. Нам не хватает на 2 недели. Поэтому нам нужно, я думаю, так как минимум 3000 гигабайт на месяц. Вот. А у нас было только 1000. Вот, так что у нас успели купить около где-то 7 или 8 человек успели купить со сайта. И мы им уже отправили посылочки. Ах ты. Вот так вот. Что, все, будете спать? Я скоро иду. Ты что будешь делать-то на день рождения? Уже решила? В кино идете? Да. Приглашение надо делать. Да. Сколько человек пойдут? Да. Кто пойдет? Куда пойдете? Зачем пойдете? Когда пойдете? Почему пойдете? Да. Не, серьезно, если. А может, где-то здесь есть поблизости кинотеатр, не мало в Свитзерланд. Так далеко. Если они туда не приедут. Просто значит не приедут. Так нужно знать, или нужно на месте билеты покупать. Заранее тогда мы не будем покупать билеты. Если мы заранее купим, а если они не приедут? Мы там будем покупать. Ну. А может быть где-нибудь здесь в городе найти поближе? Да, тут есть... Фильмы-то одни и те же, просто другой кинотеатр. Да. Не скоро пиво. Что ты не закрываешь? Ты меня теперь замучишь каждый день, я знаю. Не переживай, я не забуду. Нюха. Не надо, я и папа должны... И купить пирожки в школу. Какие пирожки в школу? Не знаю, надо что-то в школу. Может быть, кексики испечь? Да, макарон. Какие макарон? Есть такая программа, где можно готовить. Нет, надо кексики сделать, да и все. Сколько у вас там человек? 25-30. Давай сделаем 30. Давай сделаем 30 нафиг. Мне скоро днюха. А почему ты так ждешь свой день рождения? Э?
Почему ты так ждешь своего день рождения? Потому что я хочу подарки. Какие ты хочешь подарки? Не знаю. Мы тем более не знаем, какие ты хочешь подарки. Мне нужно влог монтировать еще. А я буду яй. Да, конечно. Я пока сейчас влог смонтирую, пока туда-сюда. Еще часа два, наверное, не буду спать. Так что вы давайте спите. А я пойду влог монтировать для ребят. Потому что уже он должен был выйти в четверг. В четверг не вышел влог, поэтому выходит в субботу. Так что спать? Нет. Все, давайте спать. Маргош, давай, все, телефон убирай. Идем зубки чистить и спать. Все, спокойной ночи. Все, пока, ребятки. Всем пока-пока. А мы спать. Лампочки включили свои? Ага. Все, пока, ребята. Всем пока. Пока.